Размах крыльев 2 метра. Один из самых редких журавлей, японский, занимает почетное место в Самарском зоопарке. Их всего 4000 в мире, поэтому каждая особь на особом счету. Это одни из самых лучших родителей. Если они яйцо высадили, ну, сами, конечно, то птенца они будут до последнего защищать. А благодаря размерам это серьезная достаточно защита. Вот такой вот журавлик может волк отогнать. Журавли занесены в Красную книгу. В Самарском крае можно встретить всего два вида – самого маленького журавля-красавку и серого, самого распространенного журавля на планете. Чтобы напомнить о важности сохранения редких птиц, для школьников провели экологическую эстафету, конкурсы и викторину о журавлях. Жители города редко выезжают на природу и очень знают нашу природу Самарского края. То в зоопарке они могут увидеть этих животных, увидеть этих красивых птиц, грациозных и интересных. Поведение действительно у них очень интересное. Они любят танцевать, они громко курлычат, кричат. Да, и здесь, в зоопарке, можно за ними понаблюдать. Международный день журавля отмечается во вторые выходные сентября не случайно. Именно в это время птицы собираются в стаи и улетают на зимовку в теплые края. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.